Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 15 по 22 декабря. Ну что, поехали! За первое испытание можно получить 25 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, необходимо продемонстрировать технику крах 35 раз на баге. Ну а техника выполняется простым разрушением объектов. За второе испытание можно получить 3 призовых игры. Чтобы его выполнить, необходимо продемонстрировать технику скорость 20 раз, тоже на баге. Немного сложнее, чем на простом автомобиле, но вполне выполнимо на прямых участках. За третье испытание можно получить 35 тысяч опыта. Чтобы его выполнить, необходимо создать испытание для списка дел в Yarra Valley или Blizzard Mountain для баги. Главное это после создания списка дел пройти его еще раз. Тогда испытание точно зачтется. Ну а я выбрал этот список дел. Для последнего испытания вам понадобится Hot Fails Rip Rod или баги Alumicraft Class 10. Ну а для прохождения испытания вам достаточно просто выиграть любую гонку. Подойдут любые заезды, кроме гонок 1 на 1 и сетевых. Ну а приз за данное испытание – это бронетранспортер Гюрха LAPV. Еле выговорил. Ну а на этом у меня все. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый Фарзафон, который стартует 22 декабря. И не забудь поддержать меня лайком, чтобы я выкладывал видео вовремя. Всем пока и удачи с выполнением заданий.